Здравствуйте! Сегодня видео будет обзор на фигурку велоцираптора от Schleich. Посмотрю я, как вы смотрите видео с динозаврами. Если просмотров будет достаточно много, то я буду покупать еще фигурки динозавров для обзора. Велоцираптор относится к роду хищных двуногих динозавров из семейства Драмеозаврид. Это был двуногий плотоядный пернатый ящер с длинным хвостом. Его длина достигала 1,5 метра. Рост 40-70 сантиметров в высоту. Весом он был до 20 килограмм, но может быть немножко больше. Разные сведения по-разному указывают. На втором пальце задних ног он имел серповидный коготь. Такая отличительная особенность динозавров этого рода. Для удержания добычи. По современным представлениям, велоцираптор был покрыт перьями. И, исходя из этого, скорее всего, был теплокровным. Как мы видим, на фигурке передние конечности с перьями. На бедре тоже перья обозначены. Вот немножко на спине. Но хвост у фигурки не оперен. Это какая-то предыдущая версия реконструкции велоцираптора. На современных иллюстрациях у него такой оперенный хвост с кисточкой на перьевой кисточкой на конце. И он более так внешне похож на птицу. Теперь о фигурке. Фигурка на двух ногах стоит довольно устойчиво. У данной фигурки подвижны передние лапы. Материал довольно гибкий в хвосте. Немножко вот лапы пружинят. Не знаю насчет достоверности этого окраса желто-зеленого. Все это на совести художника. Сейчас я его покажу со всех сторон. Такая вот достаточно большая фигурка, если сравнивать с моей ладонью. Кроме фигурки Schleich тут небольшой буклетик прилагается. Описанием велоцираптора, завоевание земли, в
Здесь вот информация о животном, немножко отличающаяся от того, что пишет в интернете. На нескольких языках. И информация о других фигурках. И как бы представляющая эволюцию этих хищных динозавров. Надеюсь, что вам понравилась эта фигурка. Спасибо за просмотр.